Окей, окей, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Darksiders. Окей, в прошлой серии мы с вами запустили гору. В кузницу уже огонь поступил. Теперь нам осталось с вами только вернуться. Так, X, C. Нам осталось только вернуться, по идее, поговорить. Где вообще вещи из DLC? У меня должен быть меч, некоторые финти плюшки, потом из DLC локации. Но этого просто ничего нет. Так, я могу еще сюда поехать в храм. Да, может, поехали, почему бы нет? Или меня туда все равно потом направят? Так, вижу рунку. И больше пути туда нету. Мне, скорее всего, туда потом нужно будет со временем приходить. Да, я туда, в принципе, и сейчас не могу никак попасть. Мне нужен двойной прыжок, походу. Брык-брык. Потом разбег от стены, брык-брык и полет. Монойте, это рука такая огромная. Ладно. Не место для лошади. Поехали так. Нет, там нету подъема. Только здесь подъемчик есть. Да, мне нужен полет, чтобы зацепиться за верхнюю часть. Значит, будем, короче, идти чисто по сюжету. Блин, я не хотел. Коня худай. Значит, как-то так. Это из-за камеры лагает. Ну, типа, телепортирую так, так, рывками. Короче, поиграем по сюжетке. Уже, наверное, после того, как мы откроем с вами глаз вот тот. Который огромный посередине карты. Уж тогда мы с... А куда я иду? Я сюда не хотел. Меня заставили. Еще вот эти камни непонятные какие-то. Мне придется идти. Непонятные камушки. Шустрее, шустрее лети. Так, все, мы выходим с этих врат. Да. Так, утесик. Ой, стоять. А может мне пойти к нашему другу? Если у него ж там что-то годное есть, купить предметы. Давай. Новые товары. Ну я могу это купить, в принципе. Ну и продать я могу некоторые вещи. Ладно. Лучше торговцу все это дело продавать. Не место для лошади. Вот эти камни меня звуки раздражают. Мне кажется, из них что-то нужно будет получать. Типа их ломать и может что-то выдадут взамен. Долина отца камней. Вон это око огромное. Там у нас проклятая долина. В той стороне. Нам это все равно без разницы. Нам нужно в кузню. Так.
наверх так по-быстрому не подняться. Но я не хочу в озеречку прыгать. Спадем. Значит, сейчас у нашего этого вояки купим нужные предметы нам. Ну, не предметы, а эти финтиплюхи. Где вещи с ДЛЦ, слышь, приятель? Я видел пламя даже отсюда. Скажи, под этой... Скажи, под этой маской еще остались брови. Я просто диалог скипнул. Ладно, что по тренировкам? Быстро определивать расстояние до врага и... В принципе, такое себе. Так, ну, я смотрю просто на цены, что они довольно дорогие все. Позволяет быстро продавливать расстояние. Но там мне кулаки, да, нужны? Так, так, тяжелый удар сверху, понятно. Я вас ненавижу. Где мои DLC вещи? Ой, стоит там гном. Смерть, тебе удалось разжечь пламя гор и подарить старику надежду. Но твоя задача выполнена лишь наполовину. Теперь нужно вернуть слезы гор. Без бэм. Да-да, твой мир балансирует. Лучше бы дали мне вещи DLC и само DLC, где контент. Ходящих нет, в смысле, здесь должны быть вещи. А что у нас там стоять? Я что-то так... Не все облазил. Алло, здорово. Мы тебя ожидали, всадник. Твоя тень уже давно нависла над этим миром. Жнеца знают все древние, но тебя я не знаю. Мы построили этот мир, но порча проникла в его сердце. За считанные дни разрушая то, что мы создавали тысячелетиями. Эйдард старается облегчить эту боль, но наши души жаждут другого утешения. Смерти. Нам не на что надеяться. Скажи мне, шаманка, что такое порча? Я знаю лишь, что боюсь к ней присоединиться. Порча — это ожившая ненависть. И эта ненависть рождена не камнями или деревьями, а нами самими. Так, ладно, что ты делаешь? Ты говоришь, что надежда нет древняя, но все же расти жизнь. Я шаманка. Я не могу оставить свое дело даже в эти темные дни. Мы сами, как лоза, пускаем корни, цветем и ложимся в землю, оставляя семена на песке. Нет конца у круга. Я не могу разорвать его и не могу остановить тебя. Хорошо, что насчет древа? Расскажи мне о древе жизни. Лес вокруг древа осквернен порчей. Он познал голод. Ты не сможешь добраться до древа, во всяком случае, пока дышишь. Хорошо, шаман, скажи, что ты видишь. Тебя тревожит путь брата. Это твое прошлое, но также и твое будущее. Опа, наплечники всадника. Мурия, шаманка торговца, дала вам эти наплечники. Путь брата тревожит тебя, сказала она.
Это твое прошлое, а также будущее. Камень, дерево, железо. Вот дары творцов. Хорошо, перемены в судьбе. Садник, думаешь ли ты когда-нибудь о будущем? Нет. И вот такое существо отправляется менять судьбу, которая кажется ему несправедливой. Это долгий и опасный путь. Опасный даже для смерти. И почему тебя это волнует, шаманка? Я умею только делать талисманы. Если ты принесешь мне материалы, я изготовлю сильный талисман, который поможет тебе в пути. Что тебе нужно? Кость ходока, едкая роса и резной камень. Не самый простой из талисманов. Где мне их найти? В разных частях кузнечных земель. Я редко выхожу из Три Камня, но этот сопляк Карн вечно бродит по окрестностям. Он укажет тебе путь, не сомневайся. Опа, отлично. Так, купить талисманчики. Что у тебя есть? Нихера себе! 5 кусков. В кубочках 15, 22, 26. Хера? По косарю хилки. Так, ладно. Понимаете, мне даже... Мне вообще должны были в этом DLC дать, на самом-то деле. Сеты, оружие херительное, но... Извините, что-то пошло не так. Сохранить. Ай, ладно. Ахе, классные наплечники, но нужен 5-й уровень. Так, лады. Опа. А, нет, стоит, это старейшина. Так. Мне нужно вернуться к кузне. А, я к ней не ходил. Приветик. Всадник, пламя гор вновь струится. Да, оно освобождено мною и Карном. Карн? Этот сопляк? Откуда ему знать? И все же в кузнице снова горит огонь. Ты знаешь, что тебя ждет, всадник. Чтобы покончить с этим, нужно вернуть слезы. Я не мальчик на побегушках, творец. Это так, но теперь наши судьбы переплелись. Помоги нам, и мы поможем тебе. А пока возьми вот это. Может пригодиться. Бекали. Так, искупление. Мощный пистолет, принадлежащий Раздору, брату смерти. Мне знаком этот пистолет. Он принадлежит моему брату Раздору. Как он сюда попал? Не могу сказать. Но теперь ты можешь купить и другие вещи. Достань слезы и возвращайся ко мне. Расскажи мне о слезах гор. Ты сказала, что кузницу питали две вещи. Пламя и слезы. Да. Пламя, чтобы пробудить землю. А слезы, чтобы успокоить ее. Все это даровал нам отец камней. Значит, одного пламени будет недостаточно. Да, нужно и то, и другое. Хорошо, где мне найти слезы? И где мне искать слезы гор? На западе, за фьордом, в ливневом форте. Там ты и найдешь слезы. Давайте посмотрим, что у нее есть на продажу. О, Валус хорошо потрудился. Мы можем похвастаться... Ладно, не жадничай. Вот это нормальная тема. Только у меня проклятый предмет. Еще немного, и это станет твоим. Знаешь, мне цены не нравятся. Так-то норм... Да не, вы что, больные? Утрат ярости. Опа, плюс к XP. XP, XP это хорошо. Ну, 3%. Так, стоять. Давайте, короче... Ой, блин, почему на... ладно, параметры. Мне нужно управление кнопочками. Назначение кнопок.
Мне нужно клёстика. Снаряжение. В смысле, на колесико? Не, показалось. Мне показалось. Такосы. При ходьбе. Снаряжение. На следующего врага. Мне нужно, чтобы колесико это атака была. Выпустить, отпустить цель. Цепь. Вспомогательный огонь. Ладно, пускай будет колесико. Я просто думаю, что колесико к херам сломаю. Поэтому мы сделаем на пятерку. Или что лучше, тихо. Да, пускай будет 4. Так, ну это вверх, это вниз, понятно. Так, листаем. Я просто не хочу себе эту ломать. Так, основной огонь, вспомогательный огонь. Все, отлично. Так, а теперь делаем вот как, ребята. Я останавливаю запись, и здесь мы потом продолжаем. Короче, народ, узнал я, в чем дело. Оказывается, в этой версии, в стимовской версии, нам решили все-таки, знаете, что сделать? А давайте-ка мы все долцы вещи, да? Не на почту вам отправим, потому что я играл в пиратскую, и там не сразу на почте все вещи были. И в главном меню было у нас, да, ну как не достижения, а эти. Топ-локаций из дополнений. А теперь ищи, открывай. Все долцы вещи спрятаны в сундуках, в боссах. А долцы локацию тоже нужно искать. Только мне интересно вот, а где она тут? А что у нас здесь? Горнила? Так, фиалт. Кузница земли. Древо жизни. Я не вижу на карте DLC на самом-то деле. Ну, я не... И тут же не думаю, что меня дурят. Ладно, давайте, короче, отправимся мы, куда мне тут нужно. И там, короче, остановимся. Либо уже до конца доедем. Если смогу. Мне не нравится то, что он замедляется при кувырках. Коняка. Хочу коняку вызвать. Ладно, одну часть не мы... Место для лошади. Теперь место. Так, нам нужно еще смотреть немного здесь в лесах. Может, где-то листики спрятаны. Листики. Самоцветы. О, наш приятель. Мы пытались остановить порчу, но ничего не вышло. А, слезы гор. Ты можешь что-нибудь рассказать о слезах гор? Ливневый форт находится за этой преградой. Он стал первой жертвой порчи. Мы запечатали слезы отца камней внутри, опасаясь последствий. Если я поступлю, как просит Элия, вы все узнаете. Да. И мир от этого только выиграет. Чистые, как горный ручей, или черные, как грех, слезы выведут нас из тупика. Разве ты не должен был уйти в поиск? Всегда, когда я тебя вижу, ты стоишь без дела. Без древа жизни я такой же пленник этого мира, как и ты, всадник. Но кое-кому удалось выбраться до того, как древо исчезло. Например, Ультейн. Ультейн? Кто такой Ультейн? Всего лишь еще один творец, но с огромным молотом. Когда он сбежал, я не рискнул пойти за ним. И правильно сделал. Интересно, почему? Если бы не моя отвага и ум, ты бы еще искал котел.
Окей. Давай, тебе нужна помощь, когда я понял. Если тебе уже пора идти, не смею тебя задерживать. Поиски — это такое увлекательное занятие. Никогда не знаешь, что ты можешь найти. Например, вдруг ты найдешь часть доспехов, которые я потерял много лет назад. Если ты их найдешь, буду тебе очень обязан. Вы шаманское ремесло? Шаманка предложила сделать мне талисман, если я соберу материалы. И ты не зря согласился. Ее дары очень сильны. Где можно найти кость ходока? Ходоки постоянно бродят вокруг котла. Если имя дано тебе не зря, то ты справишься с ними без труда. Ты сейчас мне хочешь сказать, чтобы я херячил туда, обратно, ради кости ходока, да? Где задание? Где находится задание? А, нашел. Так, шаманское ремесло. Ой-ой. Так, как мне? Теряюсь, путаюсь. А карта, тап. Так, это задание. Мне нужно в котел. В котле мы собирать будем косточки. А хотя мы все равно будем туда идти, да, в этот проклятый лес, в эту сторону. В бухту. И сюда потом завернем, если что надо. Но мне же обязательно туда все равно нужно идти, да? Сюда нужно будет зайти. Тут может быть что-то будет. Здесь будет что-то, наверное, в разрушенной кузнице. Так, а как мне тап? Как мне именно за этим заданием идти? Взаимодействовать. Окей, посрать. Ой, оно пропало. Не-не-не-не-не-не-не, стоять. Так, шаманское ремесло. Так, давай потерянная находка. Это в храме воды. Шаманское ремесло. Это в котле. Дворец воин. Это в кузнице. Слезы гор. Тоже там же. Знаете, просто я хочу сюда вернуться из-за того, что мне нужно... Я потом просто сюда пойду, в храм. Блин. А потом мне просто нужно будет искать еще другие части ремеслена по этой хере. Ладно, давайте, короче, в этой серии у нас... Это назову её пистолет. Чтобы не называть, как обычно, побегушки. Я думаю, быстро с вами сделаем, да и все. Конька медленная. Если бы значительно увеличивала скорость. А то это такое дело. Подождите, ходоки, а что за ходоки? Это обычные мутированные типа псы? Это они их типа считают ходоками? Что за дерьмо? Мало ли тут тенекоррекция сломатая. Подгрузка под локации. Но в ту сторону мне смысла нету. Потом, если мне нужно будет в центральный глаз пойти, тогда да.
Тихо. Сундук мне этот не достать. А, все нормально, правильно, еду. В следующей серии я тогда сразу начну с того портала. Ну, с прохода того. Поэтому сейчас доедем, быстро заберем то, что нам нужно. Я бы и сейчас мог типа туда доехать, вырезать всю эту беготню, но... Знаете, когда уже 17 минут прошло, типа, геймплея, нужно как-то закончить нормально. Мы сейчас частичку заберем, поубиваем этих монстров, да и все. Так, а где эти чудики хотя бы водятся? Или в храме? В храме я только видел этих. У тех демонов-бегунов. Все. Или они мне не нужны? Если они мне не нужны, то это плохо. Либо они имеют в виду ходунов, это обычные вот эти големов. Ладно, сейчас узнаем. Главное, чтобы эти... Это... Если это големы, блядь... Мне жопа царит. Если ходуны это считается... Вот эти типы... Сейчас как раз узнаем пистолет. Насколько у нас мощный. Во-первых, мне нужно понять, куда мне идти. Мне привело сюда. Зачем? По цели. Что, кого я тут мог убить? Теперь я могу стрелять. Неожиданно, не правда ли? Сука. Ну то големы же, это не ходуны, да? Так, задание. Найти, так, и поговорить с ним. Добудьте несколько костей ходоков. Сводка, так, добудьте несколько костей ходоков, которые встречаются как в... Так, у потустороннего мира, а так и у костра, блядь. Потусторонний мир. Что является потусторонним миром? Что является потусторонним миром? Но я помню, на меня псины нападали около... Не именно в котле. Около котла... Здесь. Здесь, окажется, только с големами дрался. И... Мне придется идти одному. Нет, ты должен взять лошадь. Я должен понять, о каких ходунах идет речь. Внутри там никого нету, я там всех убил. Если ходуны это вот эти здоровенные, что типа псины жесткие, тогда ясно. Если это сраные големы вот эти, то я вашу жопу имел. Я сомневаюсь, что это ходуны. Очень сильно сомневаюсь. Но я вижу камешек. А, так я могу отпрыгивать именно в этот момент, когда не бью. Нет, походу мне нужен какой-то специальный предмет, с помощью которых я смогу это делать. Да.
Может, вы мне дадите ходунов? Нет. Может, все-таки да. Окей. Последнее, что я могу сделать, это, во-первых, мы можем туда быстро сбегать. Я быстро локацию прошарю. Но я сомневаюсь. Блин, ну почему именно туда меня ведет? Там же никого нету. Давайте снова, окей. Пойдемте сразу вглубь. Я так расстроен из-за Долса. Так бы у меня сейчас имбовые шмотки были, чтобы разлипать, во-первых, нашего того гиганта, который типа... Ну, а, смотри, я суперсильный. Типа, как поставить его на место. А тут, ишь, получаешь. Дерьмо на палочке. Ну, приехала сюда, и что? И что дальше? И ничего. И я вижу ровным счетом ничего. Ни врагов. Мысли. А, открылось. А что ты закрытый вообще был? Даже драться не с кем. То, что я убил здесь босса. Просто иду по тем же просто локациям. Это чтобы, знаете, типа доказать, что здесь ни хера нету. Ок, типа туда сходил. Там ничего нету. Тоже ничего. Ровным счетом считайте, что я просто по кругу проходил. Да. Класс. И ради этого я сюда шел. Да, ради этого момента. Круто. Мне больше нечего сказать. Давайте тогда я выйду с этого сраного места, на котором я потратил до хрена времени. И я понял, что мне не сюда. Будем, короче, идти чисто по сюжету, ну нахер. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. А, да. И всем пока.